Всем привет! Привет! Я уже пришел домой, отдохнул. У нас уже обед. Мы уже пообедали даже. Ну да. Вот. Так что у нас такой вот день. Ну какой день? Че, полдня работы, а сейчас работа, полдня отдыха будет. Я прибралась, тут у нас везде все чистенько, там вон еще только стоит. Надо убрать, потому что у меня не хватило зарядки прибраться в ванной и этот коврик этот пропылесосить. Вот, так что, короче, коврик этот надо, видите, сколько шерсти. Я еще и кинула наши эти обувь всю, которую надо помыть. Вот так, и тут я все прибрала, все помыла, вот. Товарищ Богдан засел смотреть голы. А вчера голы. Я не смотрел, поздно, и была игра. Лиги чемпионов Челси выиграл 4-0. Это... Ты жалеешь, что ты не смотрел, да? Ну, жалко, конечно. А когда следующие какие игры? Может, ты посмотришь тогда? Воскресенье. А, ну так во, воскресенье посмотришь. Ну хорошо, посмотрим мы, и потом, не знаю, надо к родителям съездить, я хочу казан забрать. И потом завтра приготовить говядину в казане. Вот. Джек такой смешной тут лежит. Джек, попрошай. Джек, ты будешь футбол смотреть? Да? Выходим мы из машины. Приехали к родителям. Мама должна с Сэмом где-то гулять, либо уже погуляла. Кстати, мама с Сэмом гуляла. Ну, сейчас. Не знаю, она сказала, что пройдет этот круг и вернется. Вот, так что мы идем казан взять. Я хочу говядину приготовить в чугунном казане. Казани. Казань. Вот, так что пойдем мы сейчас. Ой, водички попьем. Что-нибудь такое. Сэм кричит. Темно, так-то. А, включился свет. О, тепло, да. Видите, там батареи у них, очень много батареи. Это аккумулятор. Да? Все родители заехали в магазинчик. Богдан тут выбрал себе киткатов. Это я себе класснула. Где? Ну вон киткаты, ну что ты, ну. Вот такие вот два китката взял. А тут еще смотрите, какие есть. Киткат зебра. Всякие. Такие вот зебру не хочешь? Эти? Это не вонючие. Знаете, которые есть, эти Гарри Поттерские вонючие? Нам надо челлендж такой устроить. Помнишь, мы с тобой, фу. Не хочешь? Тут всякого вот такие вот наборчики есть прикольные. Я, кстати, раньше любила вот такие вот. Дай им конфетки. Что-то здесь их нету сейчас. А еще мы взяли вот такие. Мы вообще редко берем рыбку такую, кальмары. Что-то так захотелось. Вот. И пришли в сладкое. Соленое взяли, сладкое. Сладкое берем. Халву хочешь? Смотрите, а посмотрел, видели, как он посмотрел? Что за халва? Это ты с ванилью хочешь? Это не ваниль, это ванильная, а. Вот, так ты возьми оригинальное, вон там справа, либо тут. Оригинальное. Это орешки. Ну. Нравится, где семечные. Не знаю. Ну да, нету. Ванильное, фу, будет невкусное, наверное. Ну это тоже, видишь, шоколад и ваниль, наверное. А там в глубине нету нигде никакой халвы. А вот это не халва? Да, лучше с орешками. Возьми, оно меньше такой будет этот... вкусный. Ну, вкус не такой яркий будет. Это и... Все? Сладкое все? Хорошо, попить ты себе. Ничего не хочешь такого? Чай, что ты так второй день подряд? Чай буду пить. Чай буду пить. Галина Бланка найдем. Идем, Галина Бланка. Богдан. Что такое? Я не понимаю. Зайца вчера мне этого медведя показал. Говорит, идем сюда. Или ты еще там что-то хочешь? Да, идем. Вот так мы прикольно готовим.
Валя с поднятой рукой, с одной, да? Я прошусь выйти, Богдан, не разрешишь. Резала она картошку и... Я два часа глубоко порезалась, я, наверное, еще никогда в жизни так не резала. И у меня есть такой лайфхак, чтобы быстрее с руки особенно, вот с пальца кровь не текла, надо поднять ее просто, когда кровь стекает, но она не попадает туда сильно наверх. В общем, у меня работает такой. Этот, но я очень глубоко порезалась, вот взяли такой пластырь. Я один попробовала наклеить, он сразу весь мокрый стал. Да, вот, поэтому и... пришлось да, вот бегать ходил, в машину. Смотрю, он там ходил в машину. Просто я, насколько знаю, вот в медицинских этих аптечках машины. Ну да, вот они. Вот эти вот... А, она у нас какая новая, ее еще открывать. В общем... Ну, подожди. Все, я оторвала. Я все равно выложить надо. В общем, вот эти вот такие бинты, они как бы как эластичные, но в то же время они тоненькие. И ими очень хорошо замотать, допустим, вот маленькую какую-то рану, палец, и чтобы ну, не толстый был. Знаешь, как эти эластичные бинты для коленей, допустим, ну, для суставов именно. А это точно такой же бинтик, только он такой... Это много. И хороший. Ну, вот их четыре тут. Ну тут вот всякое тут и вот такими можно заклеить вот типа вот такой вот изолента типа, ну вот замотать. Удобные тут есть штуки и просто так-то мы отдельно не покупаем, хотя надо, а вот в машине мы вот взяли, очень удобно. Вот есть, кстати, разных размеров, вот есть побольше, есть поменьше, я думаю, мы поменьше используем. Но я думаю, уже сейчас можем заматывать, потому что я проверяла, у меня там в принципе уже почти перестало теть. А решила я сделать картошечки. Картошечки называются. Порезала. Сама порезалась.